Это уже второе заседание подряд, в котором присяжные заседатели оправдывают виновных лиц. В первом случае это дело по заказному убийству, события 2002 года еще. Многие, которые были уже на тот момент несовершеннолетними, участники отбыли срок своего наказания, участники группы. А организатор находился, по нашему мнению, в бегах, хотя он никуда не делся, он жил там в Московской области, но по заявлению его матери был признан сначала без вести пропавшим, отсутствующим, потом умершим. Вот. Ну, в итоге нашли его, предали суду. Присяжные посчитали, что он не виноват. Ну, тут вопрос такой оценочный. Сегодняшнее дело просто вызывает недоумение. Это действие сексуального насильственного характера в отношении несовершеннолетней, которой всего 8 лет ребенку. Это же наши люди. Это жители Тульской губернии, города Тулы. Как вот это все понимать? Я не в плане того, чтобы вы как-то повлияли. Повлиять на это, к сожалению, невозможно. Потому что вердикт присяжных можно отменить только при одном условии, что там есть процессуальные какие-то нарушения.